Итак, всем привет, с вами Ильич, это распаковка в деревне AliExpress. К нам прислали вот такие вот, понятно что, давайте подраспакуем. Оп, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В одной посылке. И еще. Вам интересно, да? Деревенская распаковка AliExpress. Смотрим. Так, это у нас Powerbank на 80 тысяч ампер-часов, наверное. Кабель, да, 80, легкий какой-то, китайский, с фонариком и зеркалом. Можно побриться. А, это не зеркало, это циферблат. Короче, все это дело потом мы протестим. Дальше смотрим. Кабель. Кабель USB Type-C. Мягкий, классный, удобный, хороший. Заряжать мой мобильный телефон. Так, здесь тут какой-то кабель. А, это не кабель. А, ну кабель, да. Это удлинитель USB для чего? Для лазера. О, для Mac переходничок с Type-C на HDMI, аудио и USB и Type-C. Стоит 1200. Что подключать проектор? Шапочка. Вот такая. Так, дальше. Все пришло разом одной. Так, вот такой вот Quick Change 3.0 зарядное устройство на 4 штуки. 4 USB. Еще один кабель. Чтоб не париться, один USB, и тут сразу на iPhone, на Type-C и на micro USB. Хорошая плетка. Какая-то штука непонятная. Держатель, наверное, для телефонов. А, тоже кабель. Тоже кабель для Mac'а. Type-C. Хороший. И, собственно, липучка, чтобы сократить сократилку. Это ихний бренд. Дальше смоем. Вот такая вот деревенская распаковка AliExpress. Так, еще один разветвитель. Один папа, два мамы. Ну, это на всякий случай, если что-то вот мне нужно будет доудлинить. Собственно, вот для этого.